на канале ТВЦ состоится премьера 4-серийной детективной мелодрамы «Танго для одной», выход которой ожидается 12 октября. Фильм снят по мотивам одноименного романа Виктории Платовой. В центре сюжета сериала Мила Катушкина, которая проработала архивариусом больше 15 лет. Девушке после такого количества проведенного времени на тихой и спокойной работе сложно как-то изменить свою жизнь, а тем более погрузиться в чуждую для себя среду. Но однажды спокойный жизненный ритм Милы нарушает сообщение о том, что она стала единственной, кто унаследовал состояние своей сестры, исчезнувшей из семьи много лет назад. Вместе с деньгами и ценностями Мила получает и целый ворох опасных проблем, которые создала ее сестра, связавшись с миром криминала. Впереди девушку ждет отчаянное спасение своей жизни и множество расставленных ловушек. Миле придется измениться не только внутренне, но и внешне, чтобы обойти все расставленные на нее ловушки, встретить новых знакомых и даже настоящую любовь, которая, впрочем, может быть такой же изощренной ловушкой. Главные роли в сериале исполнят Сергей Пиора, Анна Ливанова, Майя Вознесенская, Дмитрий Исаев и другие. Премьера 4-серийной детективной мелодрамы «Танго для одной» состоится 12 октября на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.